Всем здравствуйте! С вами канал История Пи. Сегодня мы поговорим о самом загадочном туннеле метро Нью-Йорка. В середине 19 века в Нью-Йорке изобретатель Альфред Бич основал акционерное общество под названием «Пневматический транзит». Эта компания должна была построить сеть подземных тоннелей, по которым будут двигаться пневматические поезда. Альфред Бич обратился в администрацию города за разрешением для строительства туннелей. Но по каким-то причинам, то ли из-за противодействия железнодорожных магнатов, то ли власти города испугались возможности обрушения домов из-за строительства туннелей, Альфред Бич официального разрешения не получил. Ему разрешили прокладывать туннели небольшого диаметра для создания пневмопочты. Тогда Альфред Бич решил действовать тайно от властей города. Он решил построить небольшой туннель, запустить пневмопоезд. После того, как общество увидит эффективность пневмопоездов, ему дадут разрешение на продолжение работ по строительству туннелей под всем городом. В 1868 году компания «Пневмотранзит» берет в аренду на 5 лет подвал магазина одежды «Девлин», находящийся на Бродвее, и начинает работы по строительству туннеля. Вот здесь у нас начинаются маленькие нестыковки в истории. Мы знаем, что Альфреду не разрешили строить большие туннели, и он решил первый туннель построить незаметно по ночам. И все это происходило почти в центре Нью-Йорка. Официальным властям было заявлено, что строится маленький туннель для пневмопочты. Каждую ночь вереницы повозок увозили кучи грунта с места строительства туннеля. Для проходки туннеля Альфред Бич использовал проходческий щит собственной конструкции. 26 февраля 1870 года туннель был открыт для публики. Вот как описал это событие журналист. Посетители вошли в подвал магазина одежды «Девлин» через специальный вестибюль, двери которого выполняли роль воздушного шлюза. Затем открылся вид на подземную станцию пневматической дороги. Она была украшена вещами высшего общества, в том числе деревянной отделкой, люстры, богато украшенный фонтан с золотыми рыбками и рояль. Станцию освещали кислородно-водородные газовые лампы. В дальнем конце находился портал «Первое американское метро». Тоннель был обрамлен красивой кирпичной кладкой и двумя бронзовыми статуями, изображавшие Меркурия. За стеной станции находился 50-тонный воздушный компрессор мощностью 100 лошадиных сил. На строительство тоннеля было потрачено 350 тысяч долларов из личных сбережений Альфреда. Длина туннеля 95 метров, диаметр 2,5 метра. За год туннель перевез 400 тысяч пассажиров. В 1873 году Альфред Бич наконец-то получил разрешение на строительство туннелей под всем городом. Но тут произошел обвал фондового рынка. Инвесторы отказались от проекта, и туннель был закрыт. Вход на станцию опечатали. В 1898 году здание, где находился туннель, сгорело. И о пневматическом метро все забыли. В 1912 году рабочие, расширявшие линии Бродвейского метро, случайно обнаружили заброшенный туннель. Туннель был в хорошем состоянии, внутри находился проходческий щит Альфреда Бича, ржавые рельсы и вагончик пневматического метро. Это была официальная история. Давайте посмотрим на нестыковки. По официальной версии, туннель построили всего за 2 месяца. За это время они пробурили 100 метров под землей, обложили всю эту трубу кирпичом, построили подземную станцию с хорошей отделкой, установили 50-тонный компрессор. Все это настроили и стали возить людей. По-моему, это какие-то нереальные сроки, при том, что большая часть работ производилась по ночам. Ладно, не будем придираться к срокам. В 1912 году туннель обнаружили заново. Вот представьте, обнаружили уникальное сооружение прошлого века. Власти должны были гордиться достижениями соотечественника, поставить щит в музей, отреставрировать вагонетки. Это ведь было первое американское метро. Но ничего из этого не было сделано. Проходческий щит пропал, вагончики, наверное, отправились на металлолом. В 1932 году Нью-Йоркское историческое общество заказало мемориальную доску в честь Альфреда Бича, которую должны были установить на здании мэрии. Но до сих пор доска не установлена. Власти почему-то не особо любят вспоминать строителя первого метро. Хотя в Англии Брюнель, строитель первого подземного туннеля под Темзой, является национальным героем. Теперь давайте посмотрим на это фото.
круглый туннель, внизу прямоугольная выемка. Теперь вернемся к чертежам английского инженера Брюнеля. Посмотрите, вот это ранние наброски будущего туннеля, который был построен под Темзой. Правда, очень похоже на американский туннель. Посмотрите, Брюнель делает почти точную копию американского туннеля. Но ведь это невозможно. Ведь Брюнель делал свои наброски в начале 19 века. Он не мог видеть американский туннель. Может быть, конечно, американский инженер увидел чертежи Брюнеля и по этим чертежам сделал туннель. Но эти ранние наброски Брюнеля раньше нигде не публиковались. Так что американец не мог видеть этот чертеж. Мне кажется, Брюнель в Англии сделал свой чертеж на основании реально существующих туннелей. Он видел своими глазами допотопные туннели и по ним сделал чертеж. А в Америке просто случайно нашли действующий туннель со всем оборудованием, с компрессором, с вагончиками. Они просто расчистили туннели, немного подновили и через 2 месяца стали катать на нем людей. Они хотели раскопать и другие туннели, но почему-то им не разрешили. А может быть, эти наброски были сделаны в Петербурге? В 1814 году Брюнеля пригласили в Петербург, где Александр I хотел, чтобы Брюнель построил туннель под Невой, но потом по какой-то причине от проекта отказались. Есть информация, что из Кронштадта под Финским заливом до Петербурга идет подземный ход. Сейчас его используют военные. Я не удивлюсь, если он будет такой же формы, как первое американское метро. А вот это старейший канадский туннель сейчас используется как канализация. А вот как выглядит канализация Лондона, построенная в 19 веке. А теперь посмотрите на фотографии 1904 года, открытие метро в Нью-Йорке. Посмотрите на эту убогую дрезину. Огромный туннель и эта убогая тележка никак не сочетаются. Ведь 50 лет назад Альфред Бич использовал вагоны почти современного типа. Но в 1904 году они строят убогие тележки. Теперь перейдем к Парижу. Посмотрите, разрушенный туннель, а в нем засыпанный двойной туннель. Левая часть раскопана, а правая часть еще нет. И форма маленького туннеля такая же, как в Нью-Йорке. А здесь просто раскапывают древние туннели. Вот рабочие слева разбирают древний туннель. А на этой фотографии армируют древние стены. А на этой фотографии вначале залили свод, потом начали выкапывать. И вот здесь четко видно, что туннель раскапывают. А здесь видно 4 туннеля, оставшиеся от древней цивилизации. Если смотреть фотографии Парижа, то мы видим, как перестраивают древние туннели и приспосабливают под современное метро. Фотографии метро Парижа можете посмотреть у Сибведа, ссылка будет в описании. Самое, конечно, интересное – это пневмометро Нью-Йорка. Там сохранилось оборудование древней цивилизации, компрессоры, вагоны. А теперь давайте посмотрим на этот план метрополитена. Это просто сложнейший современный проект. А теперь перейдем к этому фото метро в Париже. Мы видим, как этот проект реализован. Посмотрите на эти стены, сложенные из камня. Это какой-то разрыв технологий. Современный план и древнеримская каменная кладка. Так что я думаю, по всему миру раскапывали старые древние туннели и приспосабливали их для метро. Нью-Йорку и Лондону повезло больше. У них сохранились остатки старого пневматического метро. В других странах, наверное, ничего не осталось. Остались только засыпанные тоннели. На этом все. Смотрите мой канал.